Как правильно питаться? Меня зовут Мария Гусева, я автор женской гимнастики «Рождение звезды». С 2006 года я преподаю эту гимнастику, и часто мне задают вопрос: «Мария, а чем вы питаетесь?» Вы знаете, у меня интуитивный подход к питанию. Я очень много езжу, очень у меня сбитый бывает график, то есть я меняю часовые пояса, я могу ночью лететь и не спать. И это так всю жизнь. И поэтому всегда меня удивляли все варианты, когда нужно соблюдать какой-то график, какую-то диету, какое-то правильное время для питания, да, то есть вот пищевые окна. Я, конечно, в курсе всех возможных схем и систем, просто потому что, во-первых, я еще раз веду женскую гимнастику, а во-вторых, потому что я сама много этим интересуюсь. Но я образчик неправильного питания. При этом мой вес сейчас 66 килограмм при росте 1,80 м. И у меня трое детей старше на 19 лет. И я считаю, что если нет серьезных проблем со здоровьем, установленных диагнозов, то питаться нужно так, как вы слышите себя и свое тело. Вот для того, чтобы слышать себя и свое тело, начните делать женскую гимнастику «Рождение звезды». Пишите мне в директ, и я пришлю вам ссылку на бесплатную неделю 30-дневного курса. Вы сможете освоить упражнения, а потом, если захотите, пройдете весь.